привет, меня зовут Маша, и это четвертый день из стадии Визми, а именно четверг. И на этих кадрах вы можете видеть объем работы, то есть сколько мне надо, чтобы прочитать историю. На этих кадрах вы можете видеть, как я пишу домашнюю работу по музыке. Так, тут вы можете увидеть, как я уже сделала домашнюю по музыке. Так, сейчас вы можете видеть, как я пишу математику. Нам задали один номер, но он был довольно объемным. У нас было там 10 примеров. Тема была раскрыть скобки и извести подобные доданки. Это было очень, наверное, легкое для меня, и я с этим справилась. Тут вы можете видеть на этих кадрах, как я делаю зарубежную литературу. Мне надо было описать образ одного из действующих образов. Так, я уже дописала эту работу, точнее, почти дописала. И вот так это все выглядит. На этих кадрах я делаю практичную работу по биологии, которую мне надо было сделать еще 7 числа, но я ее не сделала.